друзья, я сегодня всех приветствую. Сегодня после длительных дождей погода немножко уладилась. Я вот пришел сюда на поле со своей тачкой, которую я уже показал. Вот, привез свое все оборудование. И сейчас я буду устанавливать свой телескоп. Вот, ну и покажу, вот, что видно на поверхности Солнца. Устанавливаем треногу сперва.
Друзья, вот такой аккумулятор я уже давно показывал на 12 вольт. Вот, у меня это и две штуки вот таких запасных. Два аккумулятора. Вот. Специально взял вот, на выезд. Очень хорошие такие аккумуляторы. Это я тоже в Китае купил. Друзья, вот буквально вчера мне пришел вот такой экран солнечный с Китая. Вот я его уже установил. Вот такой экран. Ну вот, сама передняя линза вот, телескопа. Очень хорошего качества объектив. Там, где я показывал, не было видно. Ну, сейчас здесь как раз солнышко и видно хорошо. Сейчас установим Значит, друзья, вот такой фильтр я уже вам показывал. Вот. Чтобы было видно лучше.
вот такой фильтр на 90 миллиметров. Вот. Сейчас я его закреплю на трубу. Друзья, в общем, фильтр я закрепил. Я вот так я закрепил трубу. У меня телескоп сейчас готовый. Вот такой вот поле погода сегодня. Такая вот. Правда, ветер небольшой поднялся. Вот. Сейчас поставлю ноутбук. Друзья, вот солнышко у нас, отдельное вот отражение на вот этом экранчике, который я в Китае купил. Вот. Это при настройке самой трубы по солнцу, чтобы не играться вверх-вниз, влево-вправо, а вот очень хорошо видно по этому экрану. Так вот, очень хорошо видно. В общем, сейчас я установлю ноутбук. Вот. Ну и попробую снять. Вот. Друзья, здесь, значит, сейчас вот ко мне женщина тоже подошла. Они гуляют с собаками здесь. Это хорошее поле, куда я выхожу снимать. И вот она рассказала, что сейчас какой-то предприниматель купил вот это вот поле, эту землю. Вот. Ну, она думала, что я здесь какой-то специалист, и вот какие-то пробы беру на эту землю. Просто она так вот подошла и это самое хотела узнать. Люди очень недовольны, что вот сейчас будет здесь застройка этого поля. Вот. Какой-то очередной нашелся человек, который будет застраивать вот это вот поле. Вот. Люди недовольны. Писать коллективное письмо.
Письмо, не знаю, поможет, не поможет. Везде все застраивается. Вот, все решают деньги, как говорится. Вот, и люди вот ходят сюда с собаками гулять. И очередное место у них сейчас отберут. Вот, вот такие вот дела. Ну, я сейчас ноутбук свой выложу. Сейчас я попробую снимать солнце. Друзья, вот как я говорил, есть пятно. Вот. Вот здесь вот одно пятнышко, и здесь второе пятнышко. Вот сейчас я чуть-чуть яркость добавлю. Ну, не видно-то сильно. Вот так. Сейчас я пару роликов сниму и покажу.